Самовыдвиженцы опережают партийных кандидатов в агитационной гонке. Так, на сегодня большинство напечатанных в регионе листовок посвящены именно одномандатникам. Общий тираж печатной продукции – 1 300 000 экземпляров, в то время как партийцы к этому моменту выпустили меньше 300 000 брошюр. Агитация на улицах и площадях уже началась. За голоса сибиряков борются 40 кандидатов. В избирком каждый день поступают заявки на печать агитматериалов. Проводят жеребьевки бесплатного эфирного времени на телеканалах и первых полосах печатных СМИ. По новым правилам все это будет продолжаться ровно до ночи 16 сентября. В 8 утра 17 начинается голосование и продлится до 8 вечера 19 числа. На избирательных площадках, как и прошлым летом, маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция обязательны. Труднодоступные районы области доставят мобильные пункты. Что касается горожан, голосовать новосибирцы смогут в любом округе, где им будет удобно. Чтобы сменить место волеизъявления, достаточно оставить заявку на госуслугах. Однако в этом случае гражданин потеряет возможность голосовать за кандидатов округа, к которому он был приписан. Для избирателя такая процедура достаточно удобная. Он выбирает тот участок, который находится максимально близко, для, где он сейчас находится, и, соответственно, пишет заявление о том, что он желает проголосовать на этом избирательном участке. И его на этом избирательном участке включают в список избирателей, а из списка избирателей по месту регистрации он исключается.